Солигорск. Второй по численности населения город в Минской области. Расположен на берегах реки Случ и Солигорского водохранилища. Город Солигорск основан в 1958 году и возник в связи с открытием и промышленной разработкой калийной соли. Более 90% в общем объеме производства в регионе занимает продукция ОАО «Беларусь-Калий». В объединении трудится 20 тысяч человек. За водопроводно-канализационное хозяйство региона отвечает коммунальное унитарное предприятие «Солигорск-Водоканал». История предприятия начинает свое существование практически со дня основания города Солигорска. В районе действуют 63 водозабора, 77 скважин. Производительность водозаборов составляет почти 82,5 тысячи метров кубических в сутки. Общая протяженность водопроводных сетей – 399 километров, а канализационных – 242 километра. Одним из подразделений Солигорского водоканала является водозабор «Белевичи». На нем на конкурсной основе нашим специалистам была поставлена задача о проведении модернизации, которая включила в себя аудит насосных систем и замену устаревшего и неэффективного насосного оборудования. Аудит позволил произвести тщательный анализ системы с использованием мобильного измерительного комплекса, при помощи которого удалось определить реальные характеристики, профиль нагрузки и условия работы старого оборудования. Также проведение аудита насосных систем является обоснованием инвестирования в новое насосное оборудование и позволяет определить срок возврата инвестиций. Перед сотрудниками компании Pump Technologies была поставлена задача Солигорск водоканалом поставки насосного оборудования по программе энергосбережения. Главным приоритетом поставки было проведение аудита насосных систем, гидравлический расчет системы и экономическое обоснование предлагаемого насосного оборудования. В результате аудита и гидравлического расчета системы комплексным решением являлось внедрение готовой к подключению насосной установки собственного производства на базе насосного оборудования Grundfos, являющегося мировым лидером в области насосного оборудования, производящим высококачественную и высокотехнологичную продукцию. Результатом модернизации является снижение энергозатрат без уменьшения объемов перекачиваемой среды, также с возможностью расширения потребностей и наращивания требуемых объемов. Насосная установка, изготовленная компанией Pump Technologies, собиралась по месту эксплуатации без применения сварочных работ. Помимо всего прочего, заказчик получил готовую насосную установку к подключению, расширенную гарантию, ввод в эксплуатацию, сервисное обслуживание, а также аналитику работы и эксплуатации насосной установки, что также позволило сэкономить денежные средства. В процессе проведения пусконаладочных работ на протяжении 72 часов уже наблюдалась экономия энергопотребления более 20%. Насосные установки от PumpTech – это сертифицированная продукция с внедрением технологического оборудования от мировых лидеров в сопровождении крупнейшего сервисного центра. Мы всегда рады поделиться своими решениями по модернизации вашего производства.